Я стал настолько медийной личностью, что вы уже фотошопите высказывания, которых я никогда не делал. Наверное, вы хотели меня этим задеть, но я польщен. Давайте я вам все же помогу, чтобы вы не запутались. Я выходил на Сахарова, потому что это был митинг против ментовского беспредела. Я никогда не выходил в поддержку Навального, потому что я никогда не поддерживал Навального. Я действительно поддерживал митинги в Минске, потому что никогда хорошо и до сих пор не отношусь к Лукашенко. Вот. Я удалил свою песню «МПР» года 2,5 назад. Действительно, какое-то время я, как и все, ввелся на всю эту либерально-оппозиционную хуету. К счастью, вовремя спохватился и послал всех нахуй. Если вы считаете, что меня можно сейчас притянуть за то, что я когда-то ошибался, попробуйте. Так что зря не напрягайтесь. У меня скоро будет большое-большое интервью. Прям большое, в котором я все это расскажу. Так что зря старайтесь.